Лерия Ильинична, вот протест этот, он вот это как раз приняло массовый характер. Проголосую, пойду отморожу себе уши. На зло бабушке. На зло бабушке, на зло мамке. На зло вот. Путину. Пойду проголосую за Вольфча, за кого еще? Еще за кого-то. Лишь бы такая идея фиги в кармане. Насколько она эффективна, насколько она действует? Она уже очень хорошо подействовала в 93-м году. Я даже знаю одного такого весельчака, зовут его Андрей Мальгин, Растекричу, бывший редактор замечательного журнала «Столица», где я работала, который потом судился с Жириком, потому что изобразил его с профилем Гитлера, там расколотым пополам на обложке. И Жирик выиграл этот процесс на том основании, что он не фашист. Раз его не осудили на Нюрнбергском процессе, то он не фашист. Вот такая была логика. Да, так он в Германии пошел и прикололся с приятелем. Пошли в посольство, проголосовали за Жириновского. И как же весело было этим весельчакам, когда они выяснили, что таких приколистов четверть населения. Да, четверть населения. И пришлось даже праздник политического Нового года свернуть в трубочку и погасить экраны, потому что это было большое неприятность. Это не протест. Это игра по тем же самым правилам. Вам наперсточник предлагает выбрать из трех стаканчиков. Вот эти три стаканчика – это Зюганов, Жириновский и Путин. Значит, наша позиция, нам этих стаканчиков недостаточно. Значит, мы хотим настоящих выборов. А настоящие выборы – это уже не наперсточники, это уже совершенно другая игра. И не следует с таким юмором относиться к судьбе страны, к своей собственной судьбе, а то веселье будет очень кратким. И вот проснешься и пойдешь прямо в аэропорт, кто успеет добежать, да, до Шереметьево. Так что эти шуточки мы уже наблюдали. Мы бежать не собираемся. Мы не собираемся. Вот тот, кто задает нам этот вопрос, наверное, собирается бежать, иначе бы он так легкомысленно не относился к своей жизни, к жизни своих детей. Да, пожалуйста.